В чем прикол? Ребята, 100 лет прошло, а так большинство нихуя не поняли. И это реально грустно, потому что если бы многие реально талантливые люди не находились в кругу собственного эго, да, там, в дизайне, в иллюстрации, в арте, в творчестве, а понимали, что есть история, есть культура, есть философия, есть прекрасная работа людей, которые меняли мир и реально положили на это свою жизнь. И я не говорю это пафосно, я говорю это как правду, и многие люди рисковали всем, чтобы донести свою ценность, свое видение тогда, когда это было практически невозможно сделать. Поэтому вот это вот понимание, что 100 лет назад были сформированы и сказаны вещи, которые сейчас актуальны как никогда, должны вам немножечко вправить мозги. Вы все 100 лет нихуя не понимали, ребята. И это обидно.